Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ильенко Андрей. Я менеджер по специализированным культурам компании Сингента. Сегодня мы находимся в хозяйстве сады Карачао-Черкесии. Именно здесь впервые мы применили фунгицид Miravis, а об опыте использования мы поговорим с главным агрономом хозяйства Арсеном Кушковым. Почему именно этот участок был выбран для применения Miravis? Площадь сада составляет около 207 гектар. 7 основных сортов у нас есть. По всем участкам мы работаем одинаково. С прошлого года столкнулись с проблемой, такая проблема, как парша. Поэтому решили применить ваш новый препарат Miravis. И результаты, конечно, уже показали себя. Мы избавились от этой болезни. Сейчас как раз проходим по этому участку, где мы закладывали опыт над Miravis. Плоды очень хорошие, калибр очень хороший. Фунгицидной сетки нету. Отлично. Все хорошо. Препарат как сработал, нам понравилось. Арсен, скажите, видите ли вы этот фунгицид в своей системе защиты на следующий год? Да, обязательно мы его будем применять, потому что он показал очень хорошие результаты. Самое главное в саду – это чистый, здоровый сад. Спасибо, Арсен. Итак, мы убедились, что Miravis помогает открыть новые возможности аграриям, а также получить чистые яблоки безупречного качества без повреждения болезнями. С Miravis чистые яблоки легко.